Чиновников в Шымкенте оштрафовали за плохие дороги. Прокуроры обнаружили, что многие трассы, которые находятся в аварийном состоянии, еще можно отремонтировать по гарантии. Но чиновники с подрядчиками делать это не спешили. Кроме того, не проводилась уборка дорог и улиц. Наказание за это понесли заместитель акима Каратаусского района и замруководителя управления транспорта и автомобильных дорог Шымкента. Поставщики должны на основе гарантийного срока должны обеспечить качество дорог. Однако такие работы не были проведены. Образовалась яма, из этого повлеклась аварийная ситуация на дорогах. Часто получается в течение дня нам поступает около 10 или 15 случаев, которые повлекли автомобильные происшествия именно на основе появления ямы. В акимате рассказали, что уже направили подрядчикам уведомления, чтобы те устранили недочеты. Если они этого не сделают, рискуют оказаться в списке недобросовестных. На них подадут в суд, и они уже не смогут участвовать в госзакупках. В этом году на содержание и ремонт дорог в Шымкенте выделили порядка 20 миллиардов тенге. Еще 18 миллиардов запросили из республиканского бюджета, но заявку пока не одобрили.